тривали, плюс подія вчора в Ріксі, боулінг і гарний час. Тому дуже дякуємо вам. Та ми дякуємо вам. Ребят, на самом деле я хочу поблагодарить еще раз тоже от лица курорта, от лица нашей компании, от лица города, наверное, потому что больше никого нету, так мы как бы собрались, вот. Но тем не менее, я думаю, что все оценят это по достоинству, и прежде всего отдыхающие, которые будут пользоваться сервисом. Поэтому я хочу отдельно поблагодарить компанию Google. Мы хочу поблагодарить Елену Валерьевну, которая занималась этим вопросом на протяжении полугода и как бы пыталась это дело, значит, сдвинуть, но все-таки оно сдвинулось. Вот. Хочу вам сказать отдельное спасибо огромное за то, что, ну, вы приехали, потратили время. Надеюсь, что вам понравилось всего. И вы как бы увидели что-то новое, узнали что-то новое. Вот. Хочу сказать, что мы всегда ждем вас снова, рады будем видеть, все координаты есть. Поэтому вы для нас теперь, ну, не посторонние люди, вы для нас люди, которые, как бы, можно сказать, прорубили окно цифровое, да, в очень, ну, серьезное, мощное пространство информационное. Мы это понимаем реально, и это очень по достоинству оценим. Поэтому мы будем рады всех вместе вас, и каждого по отдельности, видеть в русской церкви. В любое время там, года приезжайте, пожалуйста. Хотите просто там подлечиться, хотите погулять, хотите отдохнуть, хотите семьи, хотите без семьи, хотите просто посмотреть какие-то места, которые вы умеете. Мы для вас это сделаем, все организуем, все будет на высшем уровне. Поэтому еще раз большое вам спасибо, вот, от всех. Ну и я желаю вам всяческих успехов, кому Нового года. Просто дай Бог, чтобы все были здоровы, счастливы, с семьей все было хорошо. Всех благ. Спасибо. Присоединяюсь к сказанному. Есть, конечно, что добавить, но в любом случае мне очень приятно было с вами познакомиться. Вы очень интересные, позитивные люди. Я хочу пожелать от лица компании, от себя лично, продолжать заниматься любимым делом. И хочу пожелать вам просто хорошего, крепкого здоровья. И в связи с этим пожеланием это большой подарок. Для работы блокнот «Русская курорт», а для здоровья карпатский чай. Лучше, скажем так, ко дню Николая. Спасибо. Она вас, да, никуда не покидает, поэтому там совсем скучно ставить. Раз, там открыли. Начинаете же не выштыкивать. Даже здесь есть карта. Давайте на завершение здравого фото все разом, давай так? Спасибо большое. Там уже специфичные наши фото.